Всем хай, с вами снова я, Black325. Мы будем продолжать проходить карту приключения Бруда. Это вторая часть. Ну что же, давайте тоже начнем. А, уже очухался. Есть хочешь суп в сундуке? А что ты со мной сделал? Где мои деньги? Деньги у меня. Все, я пошел. Много лишних вопросов. Надо выбираться. Так. Есть. Блин, шифт не работает, меня это бесит. Честно. Что-то подозрительное под кроватью. Ха-ха-ха, ты жалок. Отлично. Эти потайные ходы, как обычно. Хм, как тут оказался вход? Ай, неважно. Тут вот канализация. Не самое лучшее место. Гол. Так. Черт, куда он делся? Где ты? Похоже, он недоволен, хочет найти меня. Все так странно. Сначала вход, а сейчас. Приехали, теперь мне нужно вылезти. Ой, черт! Становится жарко. Админиум. Блин, как я не допрыгнул? Старался сейчас. Пытался. Да! Вот это залет, пацаны, вот это залет. Ну что ж, попытка номер два. Тихо! Стой на месте. О, господи, как? Ну, понятно, ладно. На этих блоках, я думаю, мне будет полегче. Я так думаю. Черт, как? Блин, сейчас. Ну что ж, будем пытаться, дорогие друзья. Не все так просто. Сейчас хпшка установится. Так. Да. Че, уже умер? Что, дорогие друзья? Я там оставил кровать. Давайте-ка попробуем еще раз. Я так понимаю, нам туда. О, пацаны, видели, допрыгнули. Да куда ты? Я даже на shift нажал. Нет, он все равно упал. Ну, молодец. Просто красавелла, брателла. Давай. О, господи. Этот shift, он меня бесит. То есть не shift. Фиг его поймешь, как действует. Прыжок и быстрый бег. О, господи, а нельзя было вот эту штуку пониже сделать? Конечно же нет, нам придется сейчас. Ой, сделай. Я даже прыгнуть не успел, потому что я нуб в паркуре. А почему я не допрыгнул, соответственно говоря? Эл! Блин, вы что, издеваетесь? Я даже кровать там поставил, блин! Ну что ж, продолжим. Черт, похоже, это даже не выход из тюрьмы. Не выход из тюрьмы, понятно. А то и... Ну вот, теперь лабиринт, мне нужны мои деньги. Может, ты сначала выберешься? Ты сразу о деньгах думаешь. Это было просто, но я хочу на свободу. Надеюсь, это заключительная железная дорога. Блин. Блин, shift уже привык зажимать. И кто-то написал в контакт. Интересно, кто? Мне похуй, пофиг. Эл! Чё, охренели? Господи.
Как можно быть настолько тупым? Отлично. Мы впереди. Да-да-да, мы болиды! Надеюсь, это выход. Сказал бы главный герой. Зайди в ту эту дверь. Кто говорит? Черт, тупик, как? Ха-ха-ха, ты думал, я просто так дам тебе сбежать? Так знай, все залы с испытаниями подстроены. Ты тут останешься навсегда. Продолжение следует. Ну, отлично, если честно, я вам скажу, что тут вообще 5 карт. Всего, мы прошли с вами 2. Это офигенно. Ну все, с вами был Blacks325. Наверное, вы заметили, что я взял карту. Потому что я ее взял. И выкинул. Я сказал выкинул. Все. Всем удачи, всем пока. Мы прошли вторую часть истории Бруда. И я надел на себя вот так вот. Железный сет. И shift не работает. Печаль. Беда. Ну, блин, shift не работает реально. Все, печаль, беда. Все, всем удачи, всем пока. Берегите себя. Печаль, беда.